Экопарки, агротехнопарки и промышленные парки планируют создать в Чувашии. Территории с особыми экономическими условиями для ведения бизнеса соответствующих отраслей включены в программу ускоренного социально-экономического развития региона на 5 лет. На совещании в Доме правительства рассмотрели возможные места размещения парков. Это земельные участки в Чебоксарах, Новочебоксарске, а также в Батыревском, Чебоксарском и Цивильском районах. Сейчас в процессе разработки дорожной карты на каждый объект. Так, экотехнопарк, комплекс объектов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов будут создавать в 3 этапа. Первый этап – это модернизация действующих производственно-технологических комплексов по переработке отходов и выпуску продукции из вторичных ресурсов. Второй этап – это создание на территории опережающего социально-экономического развития города Новочебоксарска новой обособленной площадки Таза-Сывлаш, на которой посредством глубокой переработки отходов будет вырабатываться и энергия для обеспечения производства по получению вторичных материальных ресурсов и товаров народного потребления. И этап третий – это снижение объемов размещаемых отходов на полигонах ТКО Республики.